празднования 90-й годовщины формирования бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии состоялось в поселке Лебяжьем. Благодарность бригаде, которая обеспечивает в настоящее время безопасность и правопорядок на территории Ленинградской области и в других регионах Северо-Запада России, вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поздравив с годовщиной. Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков от имени президента Российской Федерации передал личному составу бригады боевое знамя, а также вручил ордена мужества родным членов экипажа Ми-8, трагически погибших 24 июня 2021 года в Ленинградской области. В соответствии с указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, майор Николай Милюкин, капитан Денис Куликов и старший лейтенант Рамиль Сулейманов награждены орденами мужества посмертно. Во время торжественной церемонии состоялась закладка первого камня храма, посвященного росгвардейцам, погибшим при выполнении служебных задач. В пункте дислокации бригады военнослужащие, ветераны и жители региона возложили венки и цветы к памятнику воинам бригады оперативного назначения, погибшим при исполнении воинского долга, почтив их память минутой молчания. 33-я бригада оперативного назначения была сформирована в 1931 году. Участвовала в усилении советско-финской границы, в боях на Карельском перешейке в ходе советско-финской войны. В 1941 году участвовали в организации и функционировании дороги жизни. В 1993 году военнослужащие части выполняли служебно-боевые задачи в Северной Осетии. Затем участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В настоящее время военнослужащие бригады участвуют в обеспечении общественной безопасности в северо-западных регионах страны. Трое военнослужащих бригады посмертно удостоены званий Героев Российской Федерации, более 700 различными государственными наградами.